Сегодня у нас день второй. Сегодня мы снова на GG дропе или GG дропе. В общем, мы здесь. Снова будем открывать сегодня кейс этот ковид. Вчера, в принципе, с него сыпалось неплохо. Можно даже сказать хорошо. Поэтому будем продолжать открывать его здесь. Пополнил также на 250, но вчера в колесе мне выпал промик на соточку, вот поэтому сегодня такой же вот у меня баланс. Посмотрим, что из этого получится. Так, ну также будем по одному открывать, будем открывать медленно, потому что тут что, открытий немного, традиция та же самая, все что больше 40 рублей мы оставляем для контракта и смотрим, что будет в контракте. Будем сразу продавать, нихера не хочу я копить эту шелуху. Может, вчера, конечно, просто замануха была мне с этим ковидом. Поэтому он мне там вчера так насыпал там, да? Можно сказать, так насыпал. Сегодня, может, вообще будет полностью херня полная. Полностью полная херня. Тавтология. Тавтоложная какая-то. Ну, по крайней мере, ножи и все такое пролетает мимо. До перчаток не доходит. Ну, ничего страшного. Давай дальше. Посмотрим. Посмотрим, чем порадует. Ну, тут должно инферно. Ну, вчера было уже, да, у меня? Сколько ты? 45. Ну, у тебя, значит, оставляем. У тебя оставляем. Не знаю, как будут обстоять дела у нас, конечно, здесь. Ну, вот крот красный было бы хорошо. Даже хер знает. Ну, в принципе, тут, да, с 54 хватает. Хватает. Вчера я, короче, на этот, на форс-дроп вернулся и сделал себе этот эмочку вчера, короче, сделал за 70 рублей, который там скин у меня был. Вот из него я, короче, сделал себе за 150 эмочку. Вывести так и не могу еще, потому что как-то 70 разыгрывать не очень такое, ну, так себе. А вот уже за 150, в принципе, можно и разыграть. И не так стрёмно для розыгрыша она там будет. Только мне надо теперь с розыгрышем определиться, когда. Когда только мы розыгрыш будем проводить. Хотелось бы тоже перед розыгрышем пооткрывать что-то такое сочненькое, там, да, интересненькое. Так, ну, у меня баланс в любом случае ограниченный. Вот поэтому я теперь думаю, когда. Либо просто стандартное открытие кейса сделать и все. Что еще инферно? Слушай, прям с инферно тут какая-то любовь у нас. Ну, позорное такое инферно, да, вообще. Ни о чемское, можно сказать. Ни о чемское инферно. А мог бы и бог червей дать. Что ты? Что джи-джи? Гг. Зажал, да? Зажал бог червей? Зажал? Утечка отходов. Названия-то такие прям. Сука, утечка отходов. Блять, ржачные названия, конечно. Ну чё, давай Нянор. Слабо? Слабо, да. Не, я бы, в принципе, от облома не отказался. Скин, конечно, такой тоже облом. Утечка отходов и облом. Как выпадет там за пару тысяч облом. Вот так облом, да? От таких обломов я не откажусь. Спасибо подписчику, который подсказал нажимать F11. Полноэкранный режим можно переходить. Вообще очень отлично прям. Огромное тебе спасибо. Ребят, я напоминаю, что вы можете скидывать мне свои промокоды. На изик пока не кидайте, потому что я эту неделю я точно на изик не буду возвращаться. Поэтому, ну, как бы, отправлять их смысла нет. Смотри, сука, какой ряд, и выпадает вот эта херня там, да? Вот, ну, вы можете мне запросто на GG-дроп отправлять. Ну, вот этот сайт скины, ой, скины, блядь, промокодики, я их буду активировать. Я, правда, не знаю, есть вообще для этого сайта промокоды или нет. Ну, какие персональные такие, да, что-то там, реферальные, вернее. Вот, если нету, ну и хер с ними. Нету так нету. Я не огорчусь, я не расстроюсь. Опять утечка отходов. Текут отходы прям рекой.
Ну вот, сейчас еще один кейсик откроем. И посмотрим, что будет. И посмотрим, что будет. 28. Сегодня в планах вечером у меня маленечко размяться в КС-ке. Как я говорил, среда, это, то есть завтра, день посвященный тоже будет КС-ке. Будем... Это вот облом был полный. Хотя, смотри, нет, Глок, стартрековский за 53. Почему бы нет, да? Вот, день будет посвященный... Подожди, а, 4, все, я все прооткрывал. Завтра у нас день посвященный, короче, КС-ке. И завтра будем фигачить, играть с подписчиками в КС-очку. Ну-ка, раз, два, три, четыре, пять, шесть, три. 7 скинов уже есть. А чё, за 7 рублей я скин оставил здесь? Чё за бред? 6 скинов. Так, и чё, сколько мне сегодня выпало? Вот этот и вот этот, да? А, нет, подожди, мне же выпал сперва вот этот, Инферно. Вот, 100, 140. Ну, не так сладко, как вчера там, да? Подожди, мне надо, это, доступный для продажи. Вот этот продаем, почему-то, я не понял, откуда ты у меня за 7 рублей тут взялся вообще там, да? Вот, но пока что еще я, ну, пока что я в минусе. Да, то есть это получается здесь где-то сколько, 100, 200, считал я там 200 рублей было, тут 150, 100. Пока что я в минусе. Ребят, в общем, завтра день КС, сегодня вечером, где-то после 17 часов по МСК я буду разминаться. Кому интересно, там в стиме добавляйтесь, поиграем, возможно даже... Не, ну сегодня-то точно стримить это не буду. А завтра уже, в принципе, еще и постримим. В общем, все сами видели, какой результат сегодня, да, ковид что-то дал. Ну, как бы, такое себе там, да. Ну, в принципе, до скинов, до контракта осталось всего 4 скина. И там посмотрим, что у нас из этого получится. Ролик получился коротенький. В общем, спасибо всем за просмотр. Ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. Скидывайте ваши промокоды. И, конечно же, до новых встреч. Всем пока.